День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время Лилит. Ну что же, всем доброго дня. Начинается программа «Время Лилит». И с нами на прямой связи журналист, медиа-менеджер, телеведущий Сергей Николаевич. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, очень рад вас снова слышать и видеть даже, да. Ну и замечу, что и Сергей Николаевич также театровед, и главный редактор журналов «Сноу», «Огонёк», «Домовой», «Эль», много там можно перечислять. И в свежем номере журнала «Лилит» вот такой, ну, приятный, интересный повод для нашей сегодняшней встречи – это новый материал Сергея Игоревича, который посвящен замечательной актрисе, наверное, ну вот одной из, ну, ярчайших актрис 60-х, 70-х, и там подали везде, Инне Михайловне Чуриковой. Вот я знаю, что вы даже и в Риге выступали с вечером, с творческим, посвященным тоже памяти Инны Михайловны. Что это вот за человек был? Ну вот нас могли бы вы рассказать в своем личном, может быть, общении с Инной Чуриковой, и чем эта личность настолько примечательна и ярка для вообще, ну, даже, наверное, мировой культуры? Да, мне очень приятно всегда говорить о Инне Михайловне, хотя, конечно, ужасно печально. Вот как раз 14 января этого года ее не стало. Нас связывала, ну, смею сказать, даже дружба, потому что последние, ну, наверное, лет 35 я был завсегдатаем и обязательным зрителем всех ее премьер, и кинопремьер, и фильмов, бывал в доме ее и Глеба Анатольевича Панфилова. И я не могу сказать, что это были какие-то очень дружеские, может быть, связи и отношения, но тем не менее они были окрашены какой-то взаимной симпатией. Я писал про Инну Михайловну, она как-то ценила то, что я о ней сочинял, ждала всегда отзывов на ее спектакли и кинофильмы. Поэтому это была какая-то довольно продолжительная по времени история отношений, которыми я безумно дорожил. И даже в какой-то момент, а это был фактически ее, как мы теперь понимаем, последний спектакль, спектакль «Аудиенция», где она играла королеву Елизавету Вторую, я был привлечен ее сыном Иваном Панфиловым, он был продюсером этого спектакля, ну, для того, что называется промоушен, да, для продвижения этой истории, потому что она довольно была сложно сочиненная, и даже отчасти я был ее инициатором, поскольку однажды с Иваном мы как раз обсуждали, что бы могла сыграть Инна Михайловна, и тогда я предложил ему вот эту пьесу Моргана «Аудиенция», которая в то время шла в Лондоне с Хелен Миррен, где Хелен Миррен блистательно изображала Елизавету II. Но суть была в том, что мне кажется, что Инна Михайловна, как, возвращаясь к вашему вопросу, как и королева Елизавета, это, знаете, такие вечные величины. Это лица, люди, которые сопровождают нас всю жизнь, в общем, с рождения или с каких-то очень молодых лет и до конца. И их присутствие, оно бесконечно важно. Оно, ну, знаете, это вот как бы ощущение какого-то тыла за спиной, какой-то стены. Вот они есть, и, ну, и ты ощущаешь еще себя и молодым, и полным надежд и планов, потому что есть старшие, потому что есть взрослые, потому что есть люди, чьи лица, как бы, они все время в твоей жизни есть, и ты думаешь, что так будет всегда. Но, как выясняется, нет, и всему приходит конец. И в этом смысле вот ее выбор, ну, точнее, выбор, конечно, Глеба Панфилова и самой Инны Михайловны, вот этой роли Елизаветы II, оно в чем-то перекликается и, мне кажется, рифмуется с ее собственным присутствием вот в нашей культуре, в нашей жизни, потому что, начиная с 1967 года, когда она впервые снялась в фильме Панфилова «В огне брода нет», она была, ну, такой вот такой
постоянной величиной, скажем так. При том, что сама Инна начала сниматься много раньше, об этом как-то не принято было особенно распространяться, ну, поскольку всегда ее видели именно в тандеме с ее обожаемым мужем и с выдающимся режиссером Глебом Панфиловым. Тем не менее, впервые она снялась, когда ей было 15 лет. Это был фильм «Тучи над Боровском», у нее там была небольшая роль. А потом мы все ее прекрасно запомнили в фильме «Я шагаю по Москве», где у нее был крошечный эпизод, но она выступила в такой плеяде молодых звезд тогда, и Галина Польских, и Никита Михалков, и другие артисты. Была она белокурой Жази в «Неуловимых мстителях». То есть у нее была такая судьба актрисы эпизода, скажем так. Она была, у нее была достаточно нестандартная внешность, как она о себе говорит в фильме героини, точнее, ее Паши Строганова в фильме «Начало». Я не эффектная. Но вот при этой неэффектной внешности она была очень эксцентричная, очень яркая, очень содержательная актриса. Это она могла раскрыть вот это содержание, глубину характера буквально в маленьком крошечном эпизоде, как это произошло, скажем, в фильме «Старшая сестра», где она появляется буквально на пару минут вместе с другой великой актрисой Татьяной Дорониной. Так что в этом смысле ее судьба, хоть она напрямую связана с творческой жизнью Глеба Панфилова и со всеми его большими проектами, тем не менее она складывалась и до него. Ну, наверное, она бы не была Инной Чуриковой, она бы не вошла в нашу жизнь вот именно своими этими большими и великими ролями, если бы она не встретила его. И я думаю, что вот когда говоришь о ней, то, конечно же, надо говорить и о Глебе Панфилове, поскольку это был такой поразительный совершенно в мировом кинематографе тандем. Мы знаем эти такие творческие союзы больших режиссеров и их актрис. Ну, там можно вспомнить Феллини и Мазину, можно вспомнить Орлова и Александрова. Но, как правило, все-таки это был какой-то один небольшой сравнительный период. Да, вот лучшие фильмы свои с Мазиной Феллини снял, в общем, в 50-е годы. И много было фильмов без нее. Панфилов всегда как бы выстраивал свой кинематограф во многом вокруг личности Инны Чуриковой и, собственно говоря, и театральную свою историю тоже, потому что все спектакли, которые он поставил, включая эту аудиенцию, это были спектакли, где была в заглавной роли она, и она выражала его таким образом, не знаю, такой эстетический идеал, скажем так. Это очень редко. Практически таких тандемов, таких союзов было очень мало. Поэтому и с этой точки зрения, мне кажется, их вклад, их кинематограф, их творчество, это еще требует своего исследователя и историка. Но мне они были очень дороги, прежде всего, и она, и Глеб Анатольевич, как люди чувствующие, тонко понимающие, живущие сегодняшним днем, а не только своими прошлыми заслугами, любящие. Поэтому вот если как-то говорить о том, какая она была человеком очень благородным, добрым, милостивым, каким-то очень милосердным, очень расположенным к людям. И в то же время закрытым она была как-то очень сосредоточена на своем муже, на своем сыне. Это была ее дом, ее семья, ее жизнь. И это тоже, в общем, ее как-то во многом отличало от актрис, которые, ну, как правило, редко у кого удается совмещать вот эту счастливую личную жизнь и удачную карьеру. Все-таки все кладется на алтарь этой карьеры и этого актерства. Инна была не такая, для нее семья, и Глеб Анатольевич, и Иван были на первом месте. Можно ли сказать, что она была и своего рода моральным таким камертоном, на который ориентировались многие, потому что я знаю, что она всегда, ну, не выступая, может быть, так публично, активно, тем не менее, она всегда защищала вот как-то несправедливо обиженных и всегда не скрывала каких-то своих взглядов. Вы знаете, да, вот готовясь к нашему вечеру, я перечитал ее некоторые интервью и пересмотрел эти интервью. И в одном из них, а это было интервью для Первого канала, кстати сказать, это не просто там для какого-то театрального листка или какого-то профессионального издания, ее корреспондент, журналист спросил, жалеет ли она о чем-то в своей жизни. Актрисы, как правило, жалеют о несыгранных ролях, о несостоявшихся каких-то проектах, таких
в жизни Инны было достаточно. Да? Можно вспомнить хотя бы фильм про Жанну д'Арк, который они готовили, и сценарий был готов, и натура была выбрана, и все было подготовлено для того, чтобы этот фильм состоялся, и это была, может быть, одна из, может быть, самая ее великая роль, но не случилось, и по независящим от нее и Глеба Анатольевича причинам. Так вот, на этот вопрос она ответила, что она жалеет о том, что свой голос против несправедливости, против жестокости, против войны она не поднимала так громко, как хотела бы. И она вспомнила тех семерых человек, которые вышли на Красную площадь после советской интервенции в Чехословакию. И она не знала о них, о том, что они выйдут. Но если бы она знала, она сказала, где бы тогда, в 68-м году была с ним. И меня это поразило, на самом деле, потому что она всегда была, оказалась человеком таким очень частным, очень закрытым, никогда не вмешивавшимся в политику. А тем не менее, вот сожаление она испытывала по этому поводу. Известен и эпизод, когда... ну, как бы собирали письмо подписать в поддержку, в защиту Дмитриева, правозащитника, и обратились к Чуриковой. Она сказала, что она не подписывает коллективные письма, она пишет свои. И Путину она написала сама письмо. Надо сказать, мы не знаем его содержание, но точно совершенно оно было отправлено, и отправлено по адресу. И... Так следствием это было того, что она сделала накануне своего 75-летия, ее юбилей совершенно никак не праздновался, никаких программ, никаких гала, никаких концертов или премьер не было устроено. Она очень скромно отметила эту свою дату, этот фактически свой последний юбилей в Лондоне с сыном и с мужем. Поэтому, да, вы абсолютно правы, и в Инне была вот такая истовость и чувство справедливости. Вот оно, безусловно, всегда приковывало к ней, в ней это чувствовалось всегда, да. А еще вот я, когда читал интервью с Людмилой Поргиной, она отметила один очень такой меня поразивший тоже человеческий фактор, то, что после трагедии, которая произошла вот с Николаем Караченцевым, была ведь идея продолжить легенду о Тиле, спектакль, и Чурикова наотрез отказалась играть с другим актером, она сказала, это должен быть, вот пусть он останется, это мой с Колей спектакль, мой проект. И, ну, вот она, просто... Да, да, вы знаете, она была в этом смысле человек очень преданный и верный. И преданный не только Панфилову, не только своей семье, но и своим друзьям, своим товарищам по сцене. Она абсолютно одинаково разговаривала, я это, был этому свидетелем, и с директором Варшавером, и с директором театра Ленком. И с последней уборщицей, которая ее встречала и говорила, Инночка и так далее, она была в этом смысле человек вот без каких-то сословных или снобистских представлений о том, с кем можно дружить, с кем нужно как-то, так сказать, разговаривать. Она абсолютно ровно говорила со всеми, была очень доброжелательна изначально, что в актерской среде довольно... ну, нечасто встречаемое явление, поскольку это очень конкурентная среда, особенно среди женщин. Но когда она сумела себя так поставить с самого начала и в Ленкоме, и в жизни, что конкуренток и соперниц у нее нет. А вот все-таки чем можно объяснить такое, ну, сравнительно все-таки небольшое количество ролей в кино, хотя вот, ну, в театре она была постоянно занята, но как-то кинематограф не отдавал как будто бы ей предпочтение. Вы знаете, я тут с вами не соглашусь. Во-первых, вот я перечислил только вот эти ранние ее эпизодические роли до Панфилова, поскольку, ну, о них немного как-то забывают, и считается, что вот он ее открыл. Это неправда. Она была уже достаточно известная актриса к тому моменту, когда он начал поиски этой Тани Теткиной для фильма «В огне брода нет». Он действительно один раз ее увидел на телеэкране в каком-то
какой-то инсценировки. Это был небольшой эпизод, не запомнил ни имени, ни инсценировки, ни что это за программа. И, в общем, пойди туда, не знаю куда, его ассистенты долго искали и по Ленфильму, и в картотеке Мосфильма, и совершенно случайно она вот каким-то образом обнаружилась, пришла на эти пробы, и он ее узнал. До этого она много снималась. Дальше это были фильмы Панфилова, а вы знаете, что режиссеры, ну, тем более, когда речь идет о твоей музе, о твоей жене, о твоей актрисе, во многом актрисе тобой созданных, с большой ревностью относятся к тому, когда ну, эти актрисы уходят к другим режиссерам и другие фильмы. Надо сказать, что в 70-е, 80-е годы, в начале 80-х годов Инна снималась только у фильмов Глеба Панфилова, и этот, судя по всему, их был такой уговор. Позже она снималась довольно много, снималась и у Меньшова, и у Тодоровского, и были прекрасные работы ее, и в «Московской саге», и так далее. Так что нет, в общем, я нельзя сказать, что кинематограф как-то ее не замечал. Другое дело, что это, она уже была в том возрасте, когда главные героини тебе не достаются, когда ты играешь, в общем, или, так сказать, роли второго плана, или эпизоды, потому что всю свою молодость она, конечно, посвятила и отдала фильмам Глеба Панфилова. Более того, она в этом смысле была такая домоседка, она не была такой рисковой актрисой, которая готова была на какие-то такие смелые и экстравагантные проекты. Все-таки имя Панфилова и ее собственный статус обязывали к тому, чтобы ну, сниматься или играть только у режиссеров соответствующего, скажем так, класса и уровня. Но одним из таких очень важных эпизодов, она это никогда не скрывала, ее сотрудничество было, безусловно, с Андреем Тарковским, правда, не в кино, а в театре. Она играла в его «Гамлете» Офелию. И очень долгое сотрудничество и плодотворное, безусловно, с Марком Захаровым. Она была первой актрисой его театра в течение почти 20 лет. А театр – это тоже большие обязательства, это большие роли, это репетиции, это премьеры и так далее. Поэтому, ну, как бы разрываться между домом, съемочной площадкой и театром ей, наверное, было просто тяжело. Она сознательно делала выбор в пользу театра и в пользу своей семьи. Вот вы сами упомянули работу у Меньшова. Вот как вы относитесь к ролям, может быть, в таких фильмах, ну, которые получили очень противоречивую оценку у критиков, я имею в виду, и как Ширли Мырли, так, может быть, и «Утомленные даже солнцем 2», вот где она появляется в самом конце фильма, буквально на 3 минуты. Ну, еще можно вспомнить и «Курочку Рябу», да. Кончаловского, да, фильм, который, в общем, я не принял, я помню этот Каннский фестиваль и знаю драматическую предысторию этого фильма. Дело в том, что эту роль должна была играть Ия Савина, первая исполнительница роли Аси Клячиной. Был фильм у Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной», который был закрыт, он был 68-го или 67-го года, и его не выпустили на большой экран, и так сказать, только после перестройки он был снят, что называется, с полки, и мы его увидели, ну, как бы легально, скажем так. Так вот, эта роль была написана для Ии Савиной, и отказалась играть эту роль, согласилась Инна. Вы знаете что? Я могу вам объяснить ее, как бы, природу. Она была актриса очень эксцентричная. Она, актриса, была до мозга костей. Она обожала клоунаду. Она очень легко себя чувствовала в каких-то буфонадиках, в каких-то вот таких комедийных ролях. Это не очень близко было Панфилову, скажем так. Он все-таки был такой художник такой психологической школы, да, такой русской классической психологической школы. От актеров ждал вот этой глубины. Она могла и это. Но если мы вспомним ее великолепную совершенно Марфушу в фильме «Морозко», то как раз вот эта родословная вот этих ее героинь более поздних, она идет от этой Марфуши, когда ей надо заполнить собой экран, когда она играет, она отдается этому действию, этой игре.
И, может быть, художественный результат этих фильмов ее и саму не очень устраивал. Но поскольку вот эта жажда лицедейства и актерства в ней все время жила, эти роли давали ей какую-то возможность для этого. Вот. И в этом смысле она была, может быть, свободнее многих других актеров, которые, ну, как бы, чтят свой имидж и так далее, и так далее. Ну, и Кончаловский, и Меньшов, это были все ее товарищи, ее друзья. Она, наверное, не могла им отказать, а от этих эпизодов, от этих ролей она, безусловно, получала свое удовольствие. Что еще, вот, может быть, нового, такого необычного могут узнать читатели журнала «Лилит» в вашем материале о Инне Михайловне? Ну, я, так сказать, может быть, я не претендую на какую-то, на какие-то открытия каких-то тайн, которых я и не знаю. Главным образом для меня как бы Инна открылась с, ну, такой, с точки зрения вот такого профессионала, да, профессионала, работающего над ролью ей, ну, скажем так, не то чтобы чужой, но, по крайней мере, которой она долго не могла найти какого-то своего ключа. Речь идет о роли королевы Елизаветы. И, как я сказал, она актриса была такая эксцентричная, она актриса была открытых и ярких эмоций. А королева Елизавета – это сама сдержанность, церемонность, деликатность. То, что было свойственно, безусловно, Инне Михайловне в жизни, но то, что на сцене очень трудно играть, и вообще это сложно, да, играть вот эту вот такую абсолютную английскую леди, такую абсолютную сдержанность. И вот как она вживалась в этот образ, как ей важнее были даже не те слова, которые она произносит, а там, опять же, не раскрывается личность королевы, то есть она раскрывается сквозь паузы, через какие-то отдельные реплики и так далее. Это же все построено как аудиенции с ее 11 или 12 премьер-министрами. То есть они говорят о политике в основном, они мало говорят про жизнь. И поэтому Чурикова говорила, что мне важнее не то, что она говорит, а про что она молчит. И вот наполнить эти паузы вот этим таким содержанием, таким молчанием было, это доступно было только великой актрисе. У нас была очень, эта фотография потом, ну, как бы стала такой образом этого, этого спектакля. Она специально для этого спектакля была заказана, ну, копии, естественно, не из подлинных бриллиантов и золота, но подлинные такие копии, реплики тех драгоценностей, тех, той тиары, в которой королева, значит, присутствует на множестве всяких официальных портретов. И когда в конце концов вот этот образ был создан с этой голубой орденской лентой, с этими орденами в этом вечернем красном платье, в этих бриллиантах, и мы ее стали снимать, как-то долго мы не могли найти свет, мы не могли найти какую-то атмосферу, чтобы, ну, она не была ряжена, да, чтобы она стала королевой. И вы знаете, это было поразительно, как она включилась в этот поиск, как она включилась в это состояние. И в какой-то момент я ее попросил просто посмотреть в окно, там падал как-то красиво свет. И вот этот профиль Елизаветы в этой диадеме, в этих мехах, во всем этом ее королевском величии, она буквально молча, она сыграла ее образ. И это было поразительно. Вот это то мгновение такого великого театра, которое ты можешь оценить, только находясь вместе с актрисой на съемочной площадке. Поэтому вот это преображение Чурикова, это, наверное, было то, что, ну, было дано увидеть только тем, кто присутствовал в это время на съемке. Вот, ну, мне это счастье было дано. Вот я попытаюсь сформулировать следующий вопрос, у меня он как-то так зреет в голове. Мы ведь очень часто, ну, не то чтобы это связано с возрастом, но вот когда уходит поколение актеров той вот старой советской школы, которых, ну, вот мы знаем с детства, и как-то все время становится страшно, что как будто бы мы не видим кого-то на смену. То есть вот это поколение, ну, великих актеров, хотя бы даже в тот же просто Линком взять, там вот там череда просто, все абсолютно были, как ни странно, вот все, каждый из них был велик.
И вот насколько сейчас, вот чувствуется ли эта пустота, или, может быть, все-таки это вот просто взгляд возрастной, и наоборот, молодое поколение идет на смену не менее талантливое? Ну, вы знаете, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что у каждого времени свои герои, свои актеры, свои лица. Есть, безусловно, актеры, которые переживают свое время и остаются такими легендами, которыми как-то хочется, к которым возвращаться, о которых хочется думать, чьи фильмы ты пересматриваешь. Вот сейчас такой бум вокруг Фаины Георгиевны Раневской в связи с выходом вот этого сериала, где играет совершенно замечательная актриса. Но это как раз вот такой взгляд на тот прошлый театр, кинематограф, которым мы вправе гордиться, и где были такие выдающиеся личности. Думаю, что Чурикова из их, безусловно, числа. Это явление, это, ну, как явление природы какое-то, знаете, такое совершенно необыкновенное, и тебе приходится только разводить руками, и думаешь, боже мой, как же тебе повезло, что ты видел ее, так сказать, в лучших ролях и, так сказать, в лучших ее воплощениях. Но я убежден, что у нового времени будут другие актеры с другой ритмикой, с другой пластикой, с другой органикой, которые выразят это сегодняшнее время. И, ну, мы, естественно, бесконечно сожалеем и грустим об уходе этих великих, но, тем не менее, на смену им приходят другие актеры и так далее. Это закон жизни. А более того, сейчас думаешь, а нашлось бы место той же Раневская, например, в современных обстоятельствах. Ну да, она была потрясающая, органичная актриса, она была, ей было все доступно, но нашлись ли бы для нее роли и те зрители, которые были так в нее влюблены и так ее боготворили. Или даже встреча Чуриковой и Панфиловой. Повторяю, без Глеба Анатольевича мы бы вряд ли сегодня сейчас с вами, так сказать, ее вспоминали и обсуждали. То есть должны как-то и звезды совпасть, и эти встречи, и эти люди совпасть, чтобы получились фильм «Начало» или фильм «Басса», или там, не знаю, «Прошу слова» и так далее. То есть это совпадение очень-очень многих обстоятельств. Но великие всегда с нами остаются, они никуда не деваются, даже когда уходят. Ну, все равно есть эти роли, все равно есть эти фильмы, есть эти воспоминания. И те, кого мы любили, они все равно с нами. Вас теперь, в общем-то, знают и ценят как великолепного рассказчика, как, вот, можно сказать, хранителя каких-то очень уникальных, интересных впечатлений, воспоминаний. Вот каково это, что самое главное, что интересует, например, тех, кто не только читает ваши материалы, но и приходит на ваши творческие встречи, где вот, ну, я знаю, что Жаклин Кеннеди совсем вот сегодня будет. Сегодня как раз должна быть вот ее вечер в «Артиссимо». Вы знаете, тут такой сплав разных обстоятельств, как и в случае с Инной Михайловной, так и в случае с Жаклин Кеннеди. Должна быть какая-то твоя личная, я не знаю, какая-то связь, какая-то твой то, что называется human touch, да, по-английски, твое такое человеческое касание. Ну, в ситуации с Жаклин у меня другая немножко история, просто я писал книгу о ней и об Андрее Вознесенском, называлась она «Поэт и леди». Мне удалось погрузиться достаточно глубоко в разные закрытые архивы, и какая-то совершенно новая и неожиданная страница в жизни Вознесенского, да и Жаклин Кеннеди как-то мне открылась, и, собственно говоря, про это была и выставка у нас в центре Вознесенского в Москве, и вот эта книга. Поэтому тут очень важен, мне кажется, какой-то твой персональный и личный взгляд на этих великих людей, потому что про них все достаточно известно, и много чего еще написано и сказано. Но, тем не менее, что-то ты свое такое привносишь в эту историю. Мне кажется, что моим слушателям и там, зрителям это может быть как-то интересно и полезно. И не знаю, что они хотят извлечь из этого. Ну, наверное, прежде всего эмоцию. Все-таки нам не хватает в этой жизни каких-то позитивных эмоций. И эти люди с ними связаны, несмотря на все их драмы, трагедии, даже как в случае с Жаклин Кеннеди,
все-таки они олицетворяют собой наше детство, нашу юность, какую-то прошлую жизнь, и ты как-то ностальгически о ней вспоминаешь. И, ну, а я в данном случае выступаю в качестве такого гида или там рассказчика, который, ну, открывает какие-то малоизвестные страницы про них. И мне эта роль нравится, и это находит, как мне кажется, отклик, поэтому я очень рад этой возможности, которая мне предоставилась в Риге, вот рассказывать о тех, кого я люблю. И мы, наверное, всех пригласим, ну, как и вот сегодня, на встречу с Сергеем Николаевичем Жаклин Кеннеди, так и обязательно ознакомиться с каким-то, может быть, вот взглядом необычным на судьбу Инны Чуриковой, на ее творчество в журнале «Лилит», и обязательно узнать, может быть, и как повод, может быть, пересмотреть прекрасные фильмы с ее участием и что-то для себя открыть, напомнить, освежить в памяти. Спасибо вам огромное за такой вот интересный, такой содержательный рассказ. Журналист, медиа-менеджер, телеведущий Сергей Николаевич был с нами. Спасибо вам и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Очень надеюсь. Спасибо, Олег. Спасибо огромное. Всего доброго. Слушайте радио Болтком.